Ну, опять же, можно говорить дедуктивно, в общем. Можно индуктивно, в частности, там пенсионный фонд, вот, налоги и т.д. и т.п. Я не буду в это вдаваться, это дело специалистов узких. Вот, я думаю, что надо поменять социокультурную составляющую. Я недавно был в одном банке, и там пенсионер стоял за пенсией, и он говорит, а вот в советское время было все хуже, но гораздо лучше. Я понял, что это какое-то противоречие. На самом-то деле не деньги решают все, не материальные блага, а именно нравственность. Тогда люди были более нравственными. И я считаю, что мы должны эту нравственность укреплять. А как укреплять? Через объединяющие какие-то факторы. А чем можно объединить? Песней. Нам песня строить и жить помогает. Мне кажется, нам надо изменить нашу музыку. Мне кажется, нам надо вот и изменить наше культурное наследие, сделать его разношерстным. Потому что сейчас кто знает вообще о России? Только, наверное, классическая музыка Гергиев, Нетребко, да, Хворостовский. Все. Артисты — это агенты влияния. Вот почему все восхищаются там Мадонной, Лэри Гагой? Они несут тоже какой-то заряд от своей стороны. Поэтому, мне кажется, мы должны культурно просто расширяться, инновационно. Это значит, что мы должны популяризировать новые какие-то жанры в музыке. Да? Сделать, допустим, джаз коммерческим, почему бы нет? Была эпоха биг-бендов, был Утесов. Да? Сейчас этого вообще нет, невозможно даже представить. Вот. Я человек творческий, и я сделаю все для того, чтобы у нас в стране это разнообразие было.